Луковица гладиолуса крупноцветкового лимончелла. Лимончелла пополнит коллекцию растений с лимонно-желтой окраской цветков. Очень крупные бутоны с волнистыми заостренными лепестками, словно излучают собственное золотое свечение. Посадите эти гладиолусы в саду, и у вас всегда будет личное солнышко на клумбе, дарящее хорошее настроение даже в пасмурную погоду. Высота растения 90 см, на долю колоса приходится почти 70 см. Цветки в диаметре достигают 17 см, на стебле их образуется до 14 штук. Сорт пригоден для срезки. Гладиолус крупноцветковый лимончелла – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Гладиолус прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гладиолус крупноцветковый лимончелла можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гладиолуса прекрасно подходит телепца А и открытый грунт. Расцветает гладиолус крупноцветковый лимончелла в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы гладиолус могут быть до 10-14 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-12 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что гладиолус крупноцветковый лимончелла – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.